Дворы, приведенные в порядок, новые площадки для занятий спортом и праздники для детей. Все это результаты работы нового общественного движения «Люди дела». Социально активные самарцы, среди которых есть и молодые депутаты районных советов, объединили усилия для помощи людям. Руководитель проекта Светлана Макушева уверена, что чем больше людей подключаются к решению какого-то вопроса, тем выше вероятность итогового успеха. За счет как раз синергии той общественных деятелей, волонтеров, предпринимателей, благотворителей, я думаю, мы получим хорошие результаты. И уже даже небольшая деятельность там нескольких предыдущих месяцев показывает о том, что это востребовано, что это нужно. О проделанной работе, о планах на будущее, а также в целом об идеях проекта участники рассказали главе Самары Елене Лапушкиной. Мэр отметила, что всецело поддерживает инициативу молодых людей и выразила надежду, что это движение будет развиваться, и все люди, которые готовы помочь жителям своего города, будут пополнять ряды активистов. Готовы с вами встречаться, готовы с вами обсуждать все ваши проекты, готовы оказывать содействие, потому что очень на вас рассчитываю. Вы будущее. Как вы себя сейчас зарекомендуете, такое отношение к вам и будет. Активисты планируют проводить экологические и патриотические акции и праздники, продвигать здоровый образ жизни, помогать в благоустройстве дворов и общественных пространств, оказывать жителям юридическую помощь, поддерживать другие социальные проекты. Ближайшая акция «Растем вместе». Участники общественного движения помогут первоклассникам высадить около своих школ деревья, чтобы ученики ухаживали за ними и учились беречь природу. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.